Грибочков себе пожарил на завтрак. Сок у меня есть. Вот этот я сделал с сахаром, он вкуснее оказался. Сейчас я натрескаюсь и должен куда-то убежать, не знаю, как погода будет на улице. А погода на улице Вот такая стоит сегодня, пока нет дождя. Ближайшие 2 часа не ожидается. А мне еще грибы надо делать сегодня, которых навалял. Они в массе уменьшились в 2 раза. Все, приятного аппетита мне и вам тоже. Всем здоровья. 12:00. Поставил грибы варить. Подтопольники, они у меня уменьшились, наверное, в раза в 2, пока я их вымачивал. Ждем. Грибы у меня, вот они, кипят потихонечку. Потихонечку, потихонечку кипят. Грибы подтопольники. Я с них сделаю икру. Лук обжарю на масле на подсолнечном. Сверху закину на лук морковку, тоже обжарю. Потом грибы перекручу, все это перекручу, и все будет ништяк. Добавлю перчику, солюшки и там еще что-нибудь придумаю. Чесночку обязательно. И все. И закатаю вот в эти стерилизованные банки. И получится у меня вот такая вот икра. Вкусная и ништяковая. Обалденная. А вот у меня еще грибы. Это подтопольники. Соленые. Прошлогодние. Доедаю. Последняя банка. Жарим лучок до золотистого цвета немножко. Лучок поджаривается у нас. Он уже золотистый цвет появился. Сейчас сюда бахну морковки. Закинул морковку. Сейчас минут 5-4. Время без 10:02. Понял все. И продолжаем. Вот такое получилось месиво у меня. Чесночку сюда бахнул. И перчику еще молотого черного. Сейчас в кастрюле прямо в этой так я буду поджаривать маленько еще. Масло подсолнечное сейчас сюда бабахаю. И чуть-чуть, минут 10 покручу. И все, и буду закладывать в банки. Все, всем здоровья и приятного аппетита. Ну вот и все. Упаковано, уложено. Сейчас закрываю и делаю край. Все. Проба снята. Баночку маленькую я уже засадил почти. Вот она осталась. У меня там половина, наверное. Все, нету. Вкусно было. И снова всем здрасте. Приехали в Косогор посмотреть, что тут творится, а тут вот что творится. Тут такое творится, что просто творится. Тут такое творится, что ничего не творится, просто идет снег. И все. И вот эти искры, вот они так, как будто, ну кто он, фейерверк, да? Вот он фейерверк, бах, с обляпихи, обляпиха, видишь, она как лапка растопеяла ли. Вот так вот примерно. Вот такая здесь облепишечка у нас. Прям хорошо смотрится на снежку-то. Да? А если дернем? О! Ну все, соку наделаю. Всю зиму пить буду. Обдуюсь. Вот такая здесь облепиха. И здесь навалом. Она тут кругом и везде.
начиная вот от тех берез. И она так вот этим краем так и идет, и идет, и идет, и идет. И руки у меня уже околели. Холодно, зима пришла. Ну, растает завтра, послезавтра, поди.